О безопасности и дорогах шла речь в ходе визита председателя областной думы Елены Писаревой в Боровичи. Спикер регионального парламента пообщалась с жителями микрорайона Сосновка. Это въезд в микрорайон Сосновка в Боровичах. Недавно здесь положили новое покрытие. И, как известно, хороший асфальт для многих водителей – повод чуть сильнее нажать на педаль газа. А поворот довольно опасный. Видимость ограничена разросшимся кустарником. Да и пешеходов на этом участке бывает много. Неподалеку останавливается общественный транспорт, в том числе школьные автобусы. Сейчас местные депутаты при поддержке спикера облдумы Елены Писаревой хотят добиться вырубки растительности и обустройства тротуара, чтобы жителям не приходилось идти по обочине. Передвижение пешеходов должно быть по тротуарной части. Здесь напрашивается строительство либо в рамках реконструкции автомобильной дороги, либо строительство тротуарного участка. Но проблемы микрорайона не ограничиваются одним опасным участком на въезде. Практически все автомобильные пути внутри Сосновки разбиты. В план ремонта их в этом году не включили, но по предложению Елены Писаревой в ближайшее время будет разработана подробная карта для реконструкции в 2022. Как минимум одну дорогу точно удастся привести в порядок в рамках региональной программы. Эта дорога однозначно должна войти в программу «Дорога к дому», и жители должны будут за нее проголосовать. Но я думаю, с Владимиром Георгиевичем мы действительно донесем до жителей всей Сосновки о том, что это необходимо сделать, потому что здесь ходят они, здесь ходят дети, ездят, здесь школа, здесь детский сад. И, видимо, с голосованием проблем не возникнет, ведь жители Сосновки уже проявили свою активность в другом проекте – народный бюджет. Комиссия приняла решение вложить средства в преображение заброшенной спортплощадки в центре микрорайона. Идею поддержали и местные бизнесмены. В сентябре территорию заасфальтируют, а после установят тренажеры.